Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Cat Robot или Защищай свою тележку. Ну что же, в данный момент у нас почти 2 миллиона голды. Сейчас я еще немножечко заберу здесь. Ага, неплохо. И вот у нас уже 2 миллиона 256 тысяч. Так, будем с вами прокачивать наших, наверное, котиков. Вот эти, которые стоят у нас наверху. Так, то есть это лучники. Так, давай-ка проверим, что у нас здесь получится. Так, мы можем с вами вот так вот сделать сразу же, да? Хоба! Эй-эй-эй! А, не хватает, наверное, голды, что ли? Ладно. Что? Недостаточно золота? Да ладно. Все у меня хватает. Чего вы мне лапшу на уши вешаете? Так, 906 тысяч всего лишь осталось, друзья мои. Так, давай-ка мы, наверное, еще улучшим наше оружие. Так, посмотрим, что у нас тут. 15 уровень всего лишь-то. Нет, так дело не годится. Давай-ка мы до 30-го прокачаем. Хорошо, это у нас призывает двух сов. Они неуязвимы. Мы можем улучшить. Хватает у нас? По-моему, там нужны гемы, да ведь? Поднять уровень. Так, это у нас будут совы, а здесь свиньи. Нет, я хочу сов. Поднять уровень. Оп. Подожди. А, у нас уже вот здесь вот, да? 20 гемов нужно, друзья мои. 20 гемов. Пока у меня нет. Поэтому давай дальше. Так, картоновые котики. Картоновые котики. Так, здесь сколько чего нужно? А, здесь также нам нужно 20 гемов. Везде по 20 гемов. Ну, давай хотя бы просто уровень повысим до 40-го. Отлично. Так, что еще мы сделаем? Давай, наверное, вот эту вот нашу пушку-поджигалку тоже прокачаем до 20 уровня. Слушай, здесь, оказывается, у меня вообще все не развито, друзья, все не развито. Так, магнитик, давай тоже до 20-го хватит нам. Отлично. И па-па-па-пам, давай вот эту, наверное, штучку. Погоди, ну давай Frozen прокачаем до... Все, я хотел до 20-го, не хватило, друзья мои, денег мне. Ну что же, ничего не поделаешь, погнали с вами на битву очередную. Посмотрим, как мы здесь будем с вами справляться. Так, лучнички мои немножко прокачаны. Еще, кстати, вот последние три котика не докачались маленько. Ладно, ничего страшного. Слушай, ну, довольно легко сейчас все идем. У нас 121-я волна. Все четненько. Кстати, нужно было пушку Теслы прокачать еще. Так, сейчас мы, наверное, с вами рванем на карту, да? И попробуем поучаствовать в ПВП. Ну, я сомневаюсь, что у нас что-то получится там. Нас, как обычно, наверное, раздеребанят. В легкую причем. Вот мне нравится, что совушки наши, да, бессмертные. Это хорошо, друзья. Они подбивают и наземные, и воздушные цели. То, что нужно. 42 тысячи голды мне предлагают. Я не буду с этим соглашаться. Так, навыки. Навыки. Прокачивать. Что же нам, друзья, прокачать? Что мы с вами там? Скорость к восстановлению или голду? 20% золота с битв. Давай сделаем, наверное, да? И хотелось бы сходить на карту. Так, здесь как же мало они дают денег, а? Я серьезно говорю. Ну что, попробуем вот эту вот замок. Подожди, разве он платит? Ничего он не платит. Давай попробуем раздеребанить. А ну-ка, вот так поджигаем тут все. Коробочка, коты вперед. Слушай, почему-то как-то мы так медленно с вами уничтожаем ему замок, очень медленно. Согласись. А ну-ка, котики летающие, давай вот так вот, чтобы было им всем... Не, по-моему, по-моему, бесполезняк, мне кажется, здесь. Мне так хочется нажать, знаете, как это, в Groove Castle, на скорость лучников, но здесь нет такой штуки. Поэтому приходится вот своими силенками здесь бомбить. Вот так, давай, наверное, котов из коробок, также летающих котиков. Смотрите, наши герои получают... огромный урон, у них практически уже не осталось здоровья никакого. Так, у меня по мане пока все отлично. Я могу вызывать котиков, я могу поджигать землю. Ай-яй-яй, совы отвлекаются. Давай-давай, друзья, смотрите, мы, наверное, все-таки забомбим. Ага, и будет замок наш. Я в это верю, свято. Давай, котики из коробок, бомбите. Там осталось совсем чуть-чуть, начать и закончить буквально. Я надеюсь, тут не будет такого наплыва, как обычно, знаете. Как мало здоровья становится у замка. Он там волну за волной выпускает бесконечную. Но тут вроде бы все тихо, все спокойно. Давай-ка. У нас же еще пушка-заморозка есть. Да-да-да. И, ну, последний марш-бросок, господи, есть. Все. Замок сдулся, ух ты.
Ух ты! А это что такое? Сражайтесь, чтобы получить планы гаджетов и материалы. Ага, это у нас джунгли уже какие-то, кстати. Здесь тоже у нас, да, джунгли? Заманчиво. Но мы дрались с вами 170. Я думаю, что здесь мы должны, наверное, да? Также 170 подбить. Попробуем. Я, правда, не знаю, кто здесь будет против нас. Ага, джунгли. Скорее всего, здесь будет босяр. Вот почему-то мне так кажется. А ну-ка, вот так вот, заморозочку. Давай, давай, друзья мои, бомби. Оу! Собачки с луками летающие. Нет, такое дело нам здесь не нужно. Верно, друзья? Так, а это что такое? Камушек какой-то выпал. Да подожди ты, куда... Ой, что-то тут выпадает, друзья мои. Я-то в первый раз здесь играю в этих джунглях, поэтому я не знал, что тут нужно это все дело собирать. Смотри, песочек какой-то выпал. Да ладно тебе! Так, заморозку. Куда я сделал заморозку? Совсем не там. Нет, мне кажется, здесь сейчас будет босс, друзья. Поэтому манну, наверное, мы с вами прибережем маленечко, да? А как тут ее приберечь? Как ты тут ее прибережешь, если они прут и прут вот такой волной нехилой? Если я буду беречь, меня просто разбомбят здесь. Ну, хорош уже баловать-то тут. Нет, друзья, никакого босса здесь нету, отлично, мы просто с вами здесь. Так, я получил один план Bubblegum. В плане один план Bubblegum. Это получается резиновое... А, нет, воздушное какое-то... Или шариковое оружие, что ли? Так, дай-ка я еще разочек сражусь. Может быть, получится пройти здесь? Может быть, еще какие-нибудь гаджеты с вами получим? Да и материалы. Я, честно говоря, пока не знаю, для чего мне эти материалы нужны. Но, мне кажется, для крафта. Давай, котики летающие, вперед. А где мои совушки-то бессмертные? Я не могу понять. Так, водичка там какая-то выпала нам. А, совушки там. Их просто не видно в этой толпучке. Я понял. Можно, кстати, включить авто... Бой, вот так вот. Да? Я думаю, что автобой намного лучше. Почему он лучше, друзья? Потому что он будет все делать вовремя. Юзать скиллы и так далее и тому подобное, да? Не то, что я отвлекаться на эти вещи. А я вот, смотрите, спокойненько себе собираю дроп. Эти падают тут камни какие-то. Или яйца, я даже не знаю, что это такое. Так, тихо. Так, давай. Проминаем их всех тут. Слушай-ка, ну, мне нравится, как автобой здесь шпарит. Вообще великолепно. Какие-то мешки с зерном или с песком, я не знаю. Так, опять же, победа. Смотри, как с каждым разом уровень все растет и растет. Уже 190, да, становится. Ха-ха, хитрожопые какие. Ну, я не знаю, ну... И, кстати, не дали мне никакого чертежа на этот раз. Ну-ка, давай попробуем еще разок. Автобой. А, он уже стоит автоматически, ну ладно. Сейчас посмотрим, друзья мои. Как только нас подобьют, да, мы сразу поймем, что лезть уже не стоит. Пока все хорошо, все отлично. Справляемся. Практически полволны пережили мы с вами. Ну, получили немножко урона. Это, в принципе, ерунда для нас. Дроп, ага, камушек, еще один выпал. Так, песок. Надеюсь, это песок. Так, и хотелось бы, конечно, посмотреть, как все это дело в плане крафта работает у нас здесь. Что там у нас, водичка, да? Галлон воды. Так, совы. А совы у нас, они, в принципе, бессмертные, но они медленные какие-то. Вы заметили, наверное, да? Хотелось бы, конечно, мне еще нашу тележку вот эту вот прокачать. Хочу, знаете, как в прошлый раз мы в PvP дрались, у чувака там гусеницы такие. Блин, наверное, мощнявая телега. Так, тихо, смотрите, что происходит, друзья. Они уже подходят, они уже практически бомбят мой замок. Это говорит о том, что мы с вами играем на пределе. Опять же, никакого мне не дали чертежа. Охламон, уж... Вот... Слушай, а может быть он всего один здесь дается? Посмотрите, вот он здесь есть, да? А здесь его больше нету. Скорее всего, так оно и будет. Так, друзья мои, ну что, тут у нас все зарабатывается, да? Если мы сюда перейдем, 175. 170, кстати, подожди-ка. Да елки-палки, куда ты вышел-то? Если мы с вами здесь забомбили 170, то здесь, я думаю, сможем справиться с врагом 175 уровня. Давай попробуем. Побеждайте монстров, чтобы получить сокровища. Я очень... муха-засруха здесь у нас. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сможем ли мы... Какие-то, смотрите, големы. Она очень сильно бомбит. Эй, не надо. Она... Вот она отвлекается, эта маленькая, это хорошо. Автобой, друзья мои. Ну, прожаривайте вы, господи. Совсем, наверное, чуть-чуть не хватит, да?
Ай-я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 й. Ну-ну-ну, да совсем капелюшечку, друзья, нам не хватило для того, чтобы мы накумарили эту муху-засруху. Ну что же сделаешь? Я могу предложить только один вариант, это немножечко подкачаться нам. Так, что у нас вообще... Ох ты, у нас сундук есть, давай откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, автобитва. Ну, в принципе, ребят, я уже рад, что автобитва у нас есть. Так, у нас ресурсы, вот они, копятся здесь. Так, что это такое у нас? Материал для производства. А, можно продать это еще дело все. Так, план гаджета. План гаджета, да? План гаджета — это нужно идти нам с вами в город. Получается, да? И в городе смотреть. Этот занимается кузнец этим делом. Хм, погоди-ка, тогда вот сюда зайдем. Так, Bubblegun. Исследование. Черт подери, чтобы сделать исследование, нужно еще 20 гемов. А у меня нет этого дела всего. Это что значит? Что нам придется с вами 20 битв драться, да? По-моему, за одну драку нам дается один гем. Я ведь не путаю ничего. Ну, проверим. Сейчас, в данный момент, у нас 2 гема с вами. Стоит, как всегда, на автобитве. Чтобы я здесь слишком сильно не парился. 122-я волна. Смотри, эти утки пока долетят до драки, уже полздоровья потратили. Так, отлично. Ну, здесь мы пока справляемся, причем довольно неплохо, согласитесь. Вот единственное, меня напрягает, что уже летающие юниты появляются, да? И это серьезная для нас проблема. Ну, 122-я волна сейчас отдуплится. И посмотрим, дадут ли нам гем. Но... Да, друзья, нам дают с вами гем. У нас на автобитве стоит, поэтому они сразу пошли на следующую бойню. Так, ну что... Я надеюсь, волна там 135-я нами будет пройдена, потому что я смотрю, враг-то все крепчает с каждым разом и крепчает. Несмотря на то, что я и котов своих прокачиваю, да, и гаджеты, и денег, кстати, 2 миллиона. А их здесь очень тяжело накопить, поверьте мне. Это тебе не в Groove Castle, где поставил на фарм, и они там носят деньги. Здесь ничего подобного нету. Здесь ждешь сутки, и тебе всего лишь 500 тысяч приносят. Так, ну мы с вами так 20 гемов будем до конца, наверное, пришествия копить. Всего лишь 4 пока, это сколько нам нужно будет волн пройти. Так, я могу предложить одну вещь, ребята. Уйти сейчас в офф и прийти уже, когда у нас будет 20 гемов накоплено. Наверное, мы так с вами и сделаем. Ну что, дорогие друзья, мы с вами накопили 20 гемов. Сейчас мы с вами сделаем последний вот этот вот бой. И будем изучать новый гаджет. В принципе, для чего это все было сделано. Так, давай-ка я нажму, чтобы мы забомбили, так сказать, да, эту волну на автобое. Потом я выключу и пойдем уже с вами изучать. Так, денег за этот момент мы накопили 260 тысяч. Не так уж и много, ну и немало, в принципе, да. Четверть миллиона. Так, делаем стоп, чтобы у нас автоматически не пошел дальше бой. Так, тихо, тихо, тихо. Ты куда собрался, а? Орлик, ты куда? Тихо ты. А, ватный босс. Так, друзья, ну что, победа. 21 гем у нас. Воу, нифига, у нас навыков аж 8 скиллпоинтов. Так, ну что ж, давай тогда мы, наверное, вот сюда один потратим, да? Отлично. Так, 50% к скорости восстановления. Слушай, мне бы, наверное, лучше к броне робота сделать, потому что у нас брони вообще нету. А с боссами нам потом придется драться рано или поздно, да? Так что давай, наверное, все сюда полностью и вольем. Все. Так, 7 уровней, да, у нас. Это 14 к броне робота. Нормуль. Так, и идем с вами в город. Идем в город, сюда заходим. И исследование. Так, нам что, не хватает с вами воды, камней, да? Я так понимаю? Вот так, друзья, не все так просто. Оказывается, нам нужны еще материалы. Да чтоб их, а? Ну, ничего не поделаешь. Нам придется с вами идти за материалами. А для чего вот этот тогда олух здесь нужен? Инвентарь. Что он делает, этот кузнец? Ядрить его на корень. А, мы можем с вами вращать. У нас новый житель сейчас еще появится. Ух ты! Это что за кошка? Long Cat. Зарабатывать одно золото каждую секунду, даже когда вы вне игры. То есть нам выгоднее, когда у нас вот эти вот котики есть, да. В принципе, за счет них идет фарм. Единственное, что жалко, что я не могу никак их прокачать. То есть только за счет того, что мы с вами достаем из этих шариков. Фонтан тоже нам ничего не дает. Так, монстропедия. Ну что, друзья, давайте тогда, я не знаю, нам придется идти на карту, судя по всему.
PvP, я даже не знаю, есть ли смысл сюда нам двигаться. Есть ли смысл нам сюда двигаться? Очень, конечно, хотелось бы мне бомбануть тут. А я, кстати, сам-то хоть в клане состою? Или нет? Я не состою ни в одном клане, друзья. Ясно. Могу создать свой за 50 гемов. Слушай, ну так дорого. Мне, наверное, проще куда-нибудь вступить. А куда я могу вступить? Где тут наши соотечественники? Я даже не знаю. По-русски вроде ничего не написано. Так, а вот это что такое? 2 из 50. Это 1 из 50. То есть мастер-ниндзя, да? Участники. 1 из 50. То есть это что за кланы такие? Тут вообще что ли никто не играет в кланах? Все одиночки? А может быть, может быть. Ну, давай... Нет, не хочу я на кого-то работать. Я лучше себе сам создам свой клан и буду в нем жить, поживать, да, как говорится. Ладно, я перехожу сюда. Забираем вот эти вот с вами деньги и попробуем немножечко пофармить здесь. Потому что, ну, понимаете сами, нам нужны материалы. Кстати, мы можем воспроизводить автоматически эту волну. А какой смысл, да, автоматически? У нас все равно одна и та же волна здесь выходит. Хотя фиг его знает. В общем, нам нужно очень много ресурсов. Сейчас мы попробуем с вами выбить. Я не знаю, там нужны какие-то там камни или еще что-то. Ага. А нас, по-моему, здесь сейчас забомбят. Так, вот. Песок выпал. Вода. Вот воды нам, по-моему, больше всего нужно, да? 10 штук, если я не ошибаюсь. Так, и, по-моему, песочек тоже нужен. Ну, с водой... Ага, камни выпадают эти синие. Ну, с водой, по-моему, тут самая большая проблема. Как я могу понимать. Ага, вот камни, вода. Отлично, уже хорошо. Жалко, что они сами этот дроп еще не собирают, да? Было бы вообще великолепно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, хорош, давай, бомби. Бомби этих олухов, чтобы они не подходили к моей тележке на пушечный выстрел. То есть, получается, я должен постоянно заходить. Да? Они не будут драться здесь на автобое, ясно. Волну эту воспроизводить тоже нельзя, да, им? Ну, враг-то, скажем, разом все сильнее и сильнее. Я сейчас доиграюсь до тех пор, пока меня уже просто тут не сомнут. А они это могут сделать довольно быстро и легко. Кстати, нам нужно было посмотреть, каких питомцев мы за то время, когда я там пил кофе и отдыхал, когда мы копили с вами гемы, что мы там с вами выбили? Может быть, нам какие-то новые гаджеты доступны или еще что-нибудь. Мы же с вами не смотрели это дело? Нет. Ну, если даже ничего новенького нет, ничего страшного. Но заглянуть все равно нам нужно будет. Ну, давай, давай, давай там. Заминаем. Кстати, очень-очень медленно у нас с вами растет уровень. А по-моему, в этих боях он даже и не растет. Вы посмотрите, у нас с вами просто остановилось все это дело. Хм, а так и должно быть? Или у меня что-то здесь сломалось? Так, хорошо, друзья мои. Я здесь забираю все. 250. Кстати, вот этот вот форпост мы, наверное, можем с вами захватить. Попытаемся, а? Давай сделаем это дело. Вдруг получится. Нам, как говорится, чем больше вот этих вот деревушек, да, в нашем подчинении, тем, соответственно, мы больше получаем голды. Пока все хорошо. Ага, пушечники вышли, мы их быстренько разбомбили. Давай-давай, котики, как говорится, вперед. Подожгли ему тут замок. Все это горит, полыхает, лучники бомбят. Так, мы получаем с вами урон. Причем, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, посмотри, они как-то прорываются через мою оборону и вот начинают бомбить. Мне это совсем не нравится. Надо вот этих вот пушистиков тоже нам с вами подкачать еще, да? А куда деньги-то у меня делись? 280 тысяч, по-моему, было 300 с лишним. Я вроде ничего не приобретал. Ладно, фиг с ним. У нас с вами магии нет больше, поэтому рассчитываем только на свои силы. Плюс у нас еще нет одного персонажа. Его уже убили, героя нашего, который любил, как говорится, привлекать на себя внимание. По-моему, меня сейчас тут распишут, да, друзья? Нету, как говорится, маны и нету у тебя силы. Все, я сдулся. Так, ну что же, давай-ка мы заглянем с вами в город и посмотрим, что же все-таки здесь нужно еще. Так, мне не хватает, получается, одного вот этого синего яйца, да, и одного бутыля. Остальное все есть. Значит, яйцо и бутыль. Блин. Это проблема, наверное, будет для нас теперь. Бутыль этот.
получить. Так, ну что, идем на карту. В любом случае, нам здесь нужно драться, хотим мы этого или нет. Без бутылки, как говорится, да. И без этого синего яйца, может быть, камня, я никуда не уйду. Ну дайте, что вам стоит дать мне бутылочку воды? Галлончик, да? Ведь не дадут же. Распишут меня, как пить дать. Так, камень дали. Зачем мне камень? Камень мне не нужен. Во. Так, дайте еще водички, пожалуйста. Водичку дайте. Ну, я вас прошу, дайте мне водичку. Мне нужна вода. Не хотят давать. Просто не хотят, и все. И у меня манна сейчас закончится, да, и меня здесь бомбанут. Как пить дать бомбанут? Ну, ну где вода-то, елки-палки? Да дают песок, это все не то. Это не то все. Ты посмотри, вот песка им не жалко, а водички им жалко. Ну, волну-то пройдем, может быть, все-таки умудримся как-то здесь... Ага, остается только лишь добить их. А воды не дают до сих пор. Друзья, еще и сдуемся сейчас, да? Нет, мы прошли. Чудо какое-то просто-напросто. Ну ладно, давай попробуем еще разок. Мне вода нужна, господи, я только из-за нее здесь воюю. Битва за воду, ё-моё. Прям как в этих... постапокалиптических фильмах, да? Битва за воду. Вода это главный ресурс. Так, ну что, давай, где? Водичку дадите мне галлон? Нет, они вот песок, вот... Песка им не жалко, я уже говорил, да? Яйца стали выдавать. А воду нет. Не дают они мне. Слушай, может быть, игра сломалась? Где вода, ребята, я вас спрашиваю? Мне вода нужна. Все, что хочешь, кроме воды, да? Ладно, я потерплю. Я терпеливый. Я подожду, когда она все-таки выпадет. Потому что я не знаю, стоит ли вообще этот баблган того, что мы с вами делаем. Но в любом случае нужно посмотреть. Ну, вот все, что хочешь. А воды до сих пор нету. Странно. Ладно, дефит. Я еще раз иду. Думают, я уйду отсюда без воды. Не-не-не-не-не. Пока я этот галлон не получу, я даже с места не... Вот, ну вот, спасибо, наконец-то я получил. Теперь я уже спокоен. Теперь можете меня тут подбивать. И я пойду с спокойной душой крафтить себе спокойненько. Давай, давай, давай. Тут очень много летающих, смотри, юнитов. Камушек я... О, водичка еще выпала, отлично. Как говорится, на запасик, мало ли там чего понадобится еще. Кстати, очень быстро у нас с вами заканчивается манна, я посмотрел. Но я как понимаю, для того, чтобы ее было много, нам нужно прокачивать именно нашу тележку, да? В этом случае у нас будет очень много манны. Ну и еще, конечно же, прокачивать скилл на нее. Слушай, а ведь есть вероятность, что мы сможем здесь пройти. Хотя нас все больше и больше зажимают. Тогда я вот эти вот камни заберу. Смотри-ка, ать, пробили. Пробили, да, друзья мои, эти лучники противные. Ну да ладно, не в этом соль. Мы сейчас идем с тобой в город. Мы идем сейчас вот к этому парню. Исследование. Так, чего там? 4 минуты? Ну, 5 минут, да, грубо говоря, или тратить 9 гемов. Я не буду ничего тратить. Пускай он там пока изобретает. Я хочу посмотреть, у нас что, уровень-то остановился? Ну-ка, где у нас обычные просто волны? Поехали, друзья, обычная волна. Хочу посмотреть, ага, а вот здесь растет уровень. Друзья, все отлично. Здесь уровень растет, кстати, мы опять забыли с вами посмотреть новые гаджеты или питомцы, если есть такие. Так, смотри-ка, как тяжеленько мы уже с вами проходим. Уже нас начинают потихонечку здесь задавливать войска вражеские, да. Так, я вырублю этот автобой, достал у меня уже здесь рычажок этот пляшет, наяривает. Давай, котики, вперед. Так, что нам еще надо сделать? Ну, пока все в откатах, да? А, волна пройдена. Все. Ну, давай, давай, добиваем последних. Отлично. Так, давай-ка теперь мы посмотрим с вами навыки. Сейчас навыки я потрачу. Давай-ка, наверное, мы сделаем... К броне котов нет. Я лучше вот к броне робота поставлю. Где у нас питомцы? Здесь, да? Вау! Смотри-ка, у нас с вами два новых питомца. Шаркиз какой-то. Это создает ледяной каток, который заставляет врагов скользить по земле. И смысл от этого? Ну, будут кататься не по земле. Как говорится, наслаждаться перед смертью. А это кто у нас такой? Кто? Панхор? Так, бросает молот в воздух. Каждые 0,5 секунд молот наносит трем ближайшим врагам по 100% урона. Слушай, это знаешь, что напоминает? Мне как будто это Тор какой-то. Слушай, я, наверное, его куплю. Я его куплю. В плане у него тут, смотрите.
Это можно на него экипировать, что ли, еще? Погоди-ка, а на каждого можно было? Да, друзья, на каждого можно было экипировать. Я только сейчас это заметил, ты прикинь. Так, ладно, друзья, давайте мы, наверное, поднимем ему уровень. Я не знаю, до какого. Давай до максимального. Так, все, деньги кончились. И поставим мы его. Кто у нас здесь был? А, дразнилка, да, у нас был здесь. У нас был дразнилка, который маленький дракончик. Хорошо, посмотрим, на что способен у нас вот этот вот якобы Тор. Денег у нас нету, больше ничего нету. И остается лишь только посмотреть. Давай проверим его на волне, что он делает. Так, а, молот он бросает только в том случае, когда у него, естественно, накопится нижняя шкала. Да? Вот так он бросает. Слушай, ну, неплохо, я тебе скажу. Он что, а, он еще и летает у нас, оказывается. Он летающий, ёпарасете. Так это ж вообще великолепно. Мне как раз такого героя не хватало. Не, у нас был летающий еще Войд. Да, но Войд, как тебе сказать, он просто там делал такую черную дыру, да, которых враги от моей тележки телепортировались обратно на начало. А этот летает, бросает молот. В общем, мне кажется, что этот паренек в разы будет лучше. Так, по навыкам, что у нас там? Мы с вами сейчас получим уровень. Вот здесь нужно еще будет нам определиться. У нас с вами есть ледяная пушка, да? У нас есть с вами огненная пушка. Поэтому в наших, как говорится, интересах прокачивать вот эти вот скиллы. Смотрите, 2% к эффекту замедления, да? Ну тут, видите, для юнитов со стихией льда. А кто у нас из юнитов? У нас вот эти вот котики что делают в коробке? Вот если, например, улучшать 20 гемов. Кстати, если мы с вами накопим еще 20 гемов, мы улучшим, да? И они будут еще круче, по идее. Ну, это понятное дело. Также у нас еще летающие котики есть, которых мы тоже с вами должны улучшить. А, нет, друзья мои. Они у нас улучшены по полной программе. Значит, что? Призывает двух сов. Вот сов мы можем улучшить. Но опять же, везде нужно, как видите. Так, вот, значит, увеличивает скорость атаки на 100% и скорость движения на 50% призванных животных в течение 5 секунд. Это вот вторая будет активация, да? Она срабатывает в таком. Слушай, ну тогда в наших интересах. А, нет, это же мы просто будем получать деньги. Так, а гаджетов новых нет никаких? Слушай, вот именно гаджетов почему-то новых у нас нету. Печалька. Кстати, а вот эти вот мины, может быть, они хороши, а? Кто знает. Вместо... Так, погоди-ка, а Теслу? Теслу, что мы можем сделать с пушкой Теслы? Ага. То есть мы можем... Так. Вот это почему-то ничего не делает, смотри. Вот это вот. А вот это вот появляется второй скилл. Следующая основная атака оглушает врагов на 2 секунды. Прикольно. То, что нужно. Так, может быть, здесь какой-то... А, я не могу посмотреть, да? Угу. То есть я не вижу смысла вот в этой вот фигне. Стреляет электричеством сквозь 5 врагов, да? А, все. Здесь также сквозь 3 врагов. Но появляется вот такая вот. Оглушает врагов на 2 секунды. Хм. Но мне кажется, что лучше оглушать врагов. Поэтому мы, наверное, с вами возьмем вот эту вот пушку. Слушай, а я думаю, что вот здесь, наверное, будет 10 врагов бомбить. Следующее улучшение. А, 7 врагов, смотри. 7 врагов. А тут у нас стреляет электричеством сквозь 5 врагов. Ага, а здесь сквозь 3 врагов и оглушает на 4 секунды врагов. Блин, вот это выбор. Я думаю, что мы, наверное, пойдем вот по этой ветке. Вот по этой. То есть мы с вами сможем, ну, также 3 врага уничтожать, да? И плюс еще станет их на 4 секунды. Хотя сквозь 7 врагов это вообще имба. Ай, тупыришки. Ладно, посмотрим, друзья мои. Так, что у нас по ледяной пушке? Если мы ее улучшим, давай посмотрим. Тут ничего, никакого навыка нету. Здесь, кстати, тоже никакого навыка нету. Абсолютно все одинаково. А в чем опять прикол, друзья мои? Я не понимаю. Видите, ну нету навыков никаких. Ну, 6 секунд. И здесь тоже 6 секунд. Здесь морозная область, которая замедляет всех врагов. Здесь то же самое. То есть вообще нету никакого смысла, да? Выбирать какую-то ветку. По любой иди, и все будет тебе хорошо. Хорошо. Так, давай посмотрим. Так, у совушек, по-моему, у нас все прокачано, да? А, нет. Вот.
тут у нас что? Скорость к атаке. А здесь призывает двух свинь. А, нам эта ветка вообще не нужна, мы уже пошли вот по этой. Но здесь то же самое, как и в Groove Castle. Можно нажать на сброс и пойти по другой ветке. Но мы не будем, мне все-таки совушки, как говорится, роднее. Ну что, давай тогда, наверное, следующую волну с вами зарядим. 20 гемов нужно. Вся проблема у нас именно в гемах заключается. Поэтому весь фарм дальнейший, да, в этой игре будет нацелен именно на гемы и на голду. Так, что-то я не понял. Какого лешего эти ребята тут уже подходят к моей тележке, уже начинают ее бомбить даже. Ты понял? Слушай, а вот этот вот торт у нас что-то какой-то сопливенький. Ты посмотри, он очень много теряет здоровье. То есть его тут бомбят. Как щегла. Мне это не... О, ты видел, как эта звезда выпала? Блин, я не успел ее схватить, друзья. Я не успел ее схватить. Так, навык. Навык мы опять же бросаем к броне робота. Дальше нам просто будет не... Слушай, а почему я ни одного задания? Что там нужно? Восстановите 3600 жизней робота. Убейте с помощью... А, понятно. Понятно. Это все пропускать можно, но я не буду. Поднять уровень. Что тебе нужно для этого? Гемы. Обойдешься. Кстати, смотрите, здесь почему-то у нас уже ничего не копится. Почему? Потому что мы не выполняем задания, наверное, из-за этого, да? У нас же вот... Вот эти вот звездочки идут сюда, да? За счет них мы с вами прокачиваемся. Понятненько все. А задание я в любом те не выполню, потому что у меня нет определенных пушек, которые не требуют. Вот так-то вот. Ладно, будем тогда просто с вами волны проходить. Так, я, наверное, сейчас пойду на карту, на ПВП-шную. Слушай, а на ПВП, по-моему, автобой не действует, да? Насколько я помню. Так, давненько мы этого шарика не видели, давненько. Вот он явился, не запылился. И фигушки он мне что дал, начал просто бомбить. Ладно. Сейчас, друзья, мы с вами посмотрим. Слетаем, как говорится, на ПВП-карту. Возьмем кого-нибудь там полегче. И попробуем забомбить. Но я больше уверен, что ничего у нас не получится. Так, Басяра идет. Ватный, да, как всегда. Мы его сейчас забомбим здесь. Вот так вот. Угу. Погнали, погнали с вами на ПВП-шку. Что тут еще? Что такое? Вы переходите в регион 3. Да, я перехожу в регион 3. Что зависло все? Что-то я не понял, друзья. Это что такое? В регионе 3 никого нет почему-то. А почему это так? Вот здесь уже появилось. Что-то, видно, глюкануло. Ну, давай, вот как тут определить? Это, я так понимаю, мощи, да? 8000, вот это вот все, это по мощам. Эй, раньше же было всего лишь 3000. Почему? Почему уже? Блин. Сильный, сильный враг. Да я не смогу тут справиться ни с кем. Ну, давай попробуем вот. Вот, самый маленький, на мой счет. Так, время счета. Чего? Ёпрсоте! Время счета, я понял все. Офигеть, то есть у него какая-то определенная защита стоит, да? Где он ее вообще приобрел? Я офигею, как он меня расписал, друзья. Да, это жесть, на самом деле. Ладно, давай посмотрим что-нибудь другое. Что-нибудь другое. А что ты тут посмотришь? Ну, я не знаю даже, но... Давай вот этот, может быть, проверим. Захваченное время, так, доступно. История какая-то. Какая-то непонятная история. Это, видимо, кто на него нападал, наверное. Так, ну он уже, видно, покруче меня. Ага, покруче меня. У него свиньи. Короче, он меня тут тоже расписывает. Мины какие-то, которые сами идут, смотри, выбрасывает мне. Да. Угу. Молодец. Ну, давай попробуем здесь последний раз. Так, это награды. Доступно. Нет, это какой-то нереал, друзья. Просто нереал. Мы тут не можем справиться. Почему у него так много всяких персонажей? У него, смотри. Кто там у него? У него Тор, потом у него боксер, там еще. У него 3 или 4 персонажа. Ну, естественно, я, наверное, до этого не дорос еще. А дорасту ли я? Вот в чем вопрос. И 3 башни в день можно всего лишь захватить, как я могу понимать, да? То есть это у меня еще и уровень тут растет потихоньку, полигоньку, да, получается? Ну, давай последний бой сделаем. Вот тут вот.
Ну, я опять же уверен, что... Да, ты посмотри, у них какие тут танки уже. Наверное, по максимальной прокачке, да? На это... На гусеницах все дела. Я вообще урон не наношу, просто... Посмотрим, что у него тут. Он одними лучниками просто бомбит. У него пушки практически не делают ничего. Офигеть. Ладно, друзья, я понял, что здесь... Сюда лучше не суваться. В ПВПшку эту, может быть, когда-нибудь через годик-другой можно сюда и ломануться. Ну, во-первых, у них у всех прокачаны, конечно же, очень круто тележки. Во-вторых, у них лучники там офигенные. Наверное, по фулочке. Я не знаю, есть ли тут фул прокачка котов вот этих вот. Ну, суваться туда, как вы поняли, это бесполезно. Инвентарь. Нет, ну, может быть, конечно, вот эти вот использовать всякие плюшки. Вот сток опыту. Давай используем. Что мы с вами, друзья? Сколько там? Время есть? Есть. Поэтому можно сейчас идти на волну. Где у нас обычная волна? Включать автобой. И при 100% опыте набивать себе левел ап. Соответственно, мы можем с вами прокачивать скиллы, да, определенные. Сколько оно действует по времени? 4,5 минутки, друзья мои. Вот за 4,5 минутки сколько волн успеешь пройти, да? То тебе сейчас... Кстати, вот эти вот подарки больше выпадать, я так понимаю, не будут. Они были во время именно рождественского ивента, да? Где я мог себе это позволить пофармить. Так что сейчас я потрачу и все. И больше у меня такой возможности не будет. Нет, конечно, можно за гемы покупать там в магазине. Там много чего продается полезного и вкусного. Но, опять же, гемы — это, друзья мои, реальные деньги. Это донат, а я не хочу донатить. Я уже давно этим делом не занимаюсь. А последний раз в какой-то было игре. Наверное, в Shadow Fight в третьей, по-моему, если не ошибаюсь я. Так, ладно, давай. Оп. А, деньги подкинули. Хорошо, деньги — это нормуль. Сейчас я, ребят, вот использую вот этот вот скилл, да. Наш баф, точнее. И уже потом пойдем, я не знаю, правда, куда мы пойдем, домой спать, наверное. Или куда. Так, победушка. Ага, давай дальше продолжаем. Естественно, нам нужны еще с вами гемы. Их нужно очень много, если мы хотим тут вообще что-то из себя представлять. Для того, чтобы прокачать полностью скиллы нашим гаджетам, да, нашим юнитам, которые тут выходят. Плюс вот эти вот дополнительные скиллы, которые там 10% к атаке огнем, да, ко льду и так далее и тому подобное. Это тоже все нам нужно, оно все нам пригодится. Ну что, осталось совсем маленечко ждать, буквально 2 минутки, и закончится наш баф. А там, кстати, у нас еще какие-то есть пробирочки, надо будет глянуть, что они там дают. Так. А можно тут ускориться? А, ребят, нет, это и было максимальное, да, ускорение? Да, это было максимальное ускорение. Жалко, здесь нет 4x или там 5x. Ну давай, 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 бомбим. Вот эти вот утки. Так, у него... У меня, смотрите, друзья, утки обычные. А у него утки были, ну, когда я повыпашился, вот со снежинкой вот здесь. То есть, судя по всему, наверное, он прокачивал их еще больше, еще круче. Все у него там на фриз, чтобы замедлить, да, противника, оппонента своего. Слушай, я, кстати, не заметил, чтобы у нас тут обалдеть как опыт рос. Несмотря на то, что у нас баф на 100% к опыту. Еле-еле-еле там что-то продвигается. Да. И сколько остается там? 7 секунд, друзья, все, баф наш заканчивается. Но я надеюсь, 70 уровень-то успеем подловить-то, нет? Ну, давай-давай-давай-давай, 70 уровень, все, приплыли, еле-еле идет все это. Нет, должны успеть. Да, друзья, все, я останавливаю автобой. Так, мы этих разбомбим. Отлично. Отличненько. Так, сколько у нас? 4 очка навыков, да? Ну, давай вот сюда, наверное, мы сделаем. Вот что такое 50% к восстановлению? Энергии вот этой, получается, манны, да? Судя по всему, да. А это 1% к восстановлению навыков. Броне котов. Ну, давай, наверное, сделаем, чтобы у нас копилась быстрее манна. Вот так вот мы с вами сделаем. Так, что еще можно тут замутить? У нас с вами 133 тысячи голды. Этого, конечно же, мало. Ну-ка, утки. А, ну вот, вот, друзья, и получается, если мы прокачим, вот, снежинка как раз и будет. Но для этого, так, а я... Слушай-ка, я же могу прокачать, но нам нужно еще 3 гема. Так,
Ну, 3 гема-то, я думаю, мы с вами можем заработать, да? Позволить себе это дело. Так, давай-ка мы с вами еще 3 боя быстренько зашпилим. 3 боя, ну, они пройдут буквально быстренько. Кстати, я хотел посмотреть же это. Скиллы. Даже не скиллы, а бафы, которые нам доступны. Вот эти пузыречки, которые у меня в инвентаре лежат. Надо будет сейчас их глянуть. Что они там еще дают? Какие автобои я, наверное, выключу? Что они нам дают там? Какие преимущества? Ну, давай, давай, давай. И, кстати, я думаю, может быть, вот этого вот пса убрать отсюда, который там бегает у нас. И вместо него взять другого... Так, что такое? Ага, ну давай так сделаем. И взять вместо него другого какого-нибудь героя. Как думаешь? Давай-ка мы кое-что с тобой глянем. Так. Ага, вот, вот он. Этот у нас что там делает? Оглушает врагов на 2 секунды. А этот у нас создает ледяной каток, который заставляет врагов скользить по земле. Блин, ну давай попробуем. Давай попробуем его взять. Прокачаем его до какого? Ага, 19 уровень максимальный. И возьмем... Вот они вдвоем здесь. Я заодно посмотрю, что он из себя представляет. Так, хорошо. И теперь давай зайдем в инвентарь. Где у меня инвентарь наш? Вот он. Посмотрим, что здесь за баночки. Так, 20% к урону всем юнитам, 1% к восстановлению здоровья робота и 200% к восстановлению энергии робота. Ага. Вот так вот, друзья мои. Кстати, у нас в городе-то 5 минут уже прошло. Получить. Поздравляем, вы получили один гаджет. Bubble Gun. И, Bubble Gun, где ты? Наверное, где-то вот здесь вот будет. В гаджетах находиться. Давай глянем. Где же наша Bubble Gun? Вот он, друзья. Что он делает? Создает 2 пузырька. Когда пузырек попадает во врага, он удержит его внутри. И в улучшениях что у нас? Создает 3 пузырька. Так, понятно. Создает 4 пузырька. Создает 3 пузырька. Так, получает 30% урона от его текущего количества жизней. Хм, пузырьки. Я не знаю, насколько это нужная вещь, если честно. Друзья, напишите мне в комментариях. Какая-то подозрительная на самом деле пушка, да? Пузырьки он будет там выхлёстывать. Так, друзья, ладно, делаем с вами следующую волну. Посмотрим, как он тут этот у нас. Так, а ты будешь... А, он каток выставляет только когда накопит энергию. Я все время забываю. Ну вот, ну и что? Ну, выложил каток. А толку-то от него? Я не заметил, друзья, никакого толка от этого катка, если честно. По-моему, бесполезная ерунда. Или когда они на этом катке находятся, они тратят жизни. Не видно. Тут суета сплошная. А, все, я понял. Они когда скользят по этому катку, они не могут атаковать. Так, ну что, еще, ребята, один уровень проходим с вами, да? Прокачиваем скилл нашим уткам летающим, чтобы они могли замораживать. И думаю, что на этом сегодня мы закончим серию. Так, 147-я волна уже у нас с вами. До 200-й волны, я думаю, мы будем с вами проходить до второго пришествия. Нет, ну хотя вот так на автобой можно поставить, забыть, пойти пить там кофе, чай, поспать, кибарнуть, да, проснуться, ты уже будешь где-то на 200-й волне. Как раз самое то, что нужно. Ну что, друзья, волна пройдена, мы получаем с вами гемчик наш. В плане, почему не дали гем мне? Эй, мне придется еще, друзья, сделать один бой. Я думал, что это последний был, но меня обманули. В наглую причем. Так, хорошо, давай мы их пробомбим хорошенечко здесь, да? И как же у нас с вами медленно здесь копится голда. Очень медленно, друзья мои. Но не забывайте мне написать в комментариях про пушку Bubble Gun. Пузырьковое оружие, так назовем его. Так, ну что, 48-я волна подходит у нас к концу. Этих песиков с крылышками бабочек мы убиваем в легкую и... А, босс! Да ладно, серьезно, что ли? Еще и босс у нас будет. Какая-то навозная муха была. Зеленая такая, противная. Так, очко навыков у нас есть. Естественно, я забрасываю ее к скорости восстановления. И где мои
родные. Вот они, Аэрдак. Да-да, я буду именно по ледяной стихии идти. Все. Так, ну и естественно дальше нужны там 20 гемов. Практически везде по 20 гемов. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами копим голду и увидимся уже, когда будет достаточное количество, чтобы мы могли с вами прапаться хорошечко. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, удачи и до скорых видосиков.